5 миллиардов рублей на отопительный сезон получит Камчатка. Губернатор края заручился поддержкой полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева по обеспечению федеральными средствами дополнительных расходов на подачу тепла. Сегодня в формате заседания под руководством полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Юрия Петровича Трутнева обсудили наиболее важные вопросы, касающиеся социально-экономического развития. В центре внимания подготовка к отопительному сезону. Камчатский край полностью к сезону готов, завезен необходимый объем топлива. Безусловно, для нас остается важным вопрос, связанный с доставкой мазута и восполнением возникающей дополнительных расходов. Напомним, отопительный сезон на полуострове начался с 1 сентября в Пенжинском и Карагинском районах. В Алеутском округе тепло подают круглогодично. Отмечается, что для запуска отопления были выполнены все запланированные подготовительные и ремонтные работы. Так, специалисты отремонтировали 22 турбоагрегата, 7 котлоагрегатов, 5 гидроагрегаторов, 2 водогрейных котла, 61 трансформатную подстанцию, а также больше 150 километров высоковольтных электросетей.